Buongiorno, ben arrivati. Наверное, это как можно говорить? Рутин. Мы встречаемся всегда в воскресенье на нашей любимой кухне, где сегодня, как осуждали, мы готовим бранзино с гамбери и немного вердуры. Значит, сейчас с креветками и немного овощами. Смотрите, я взял лалору, чеснок, который понадобится нам сегодня, пепперончино, помодорини, цукини, морковка, базилик, немного на соус, немного украшаем наше блюдо. Сельдерей, который нам дает немного аромат. Спаржа, ну куда без спаржи? И что еще? Ну, вроде бы все. Требуется рыбный бульон, сам бранзино. Я сегодня, вчера взял, получается, размер это 600-800. Это мне дает возможность доставить два большие филюшки, которые мы будем запекать, варить, жарить. А за обрезки бульон, который вам обещаю. Ну что, начинаем. Смотрите, наше бензино. Чуть-чуть я снимаю, да, заранее. Внутренняя часть тоже снимаю, жабры тоже снимаю. И получается, начинаем очистить. Так, не до конца, потом берем. Не до конца нож делаем. Чуть-чуть открываем. И в самый конец, получается, уходим. Так, открываем. У нас получается, видите, да? Так, заново еще почувствовать эта спинка. Почти пошло. О, открываем. О. Можно также принимать сюда и ломаем. Так. Это наша одна филюшка. Это оставим. Сейчас покажу дальше, как можно чистить. Берем также. Хотите, можно сразу сломать тесто. Она нет. Вот. Не бросим. Также получается спинка. Чуть-чуть нарезаем. Потом также можно. Это более проще сейчас, потому что объем вторая филюшка внизу нету. И нам дает возможности. Отрезаем. Вот. Окроем и аккуратно. Почему? Потому что жалко оставить очень много мяса на вот эта филюшка. Ну, можно несколько сибас взять и тренируется. Поверьте, лучше, так, лучше вы тренируете дома, потому что из вот этой, можно называется, обрезки, можно много чего все равно вкусно готовить. Так. Как вам сказать, берем и на холодной воде бросаем, включаем. Все. Это вода кипит для украшения. Сковородка греется на соусе. Вернемся в нашу филюшку. Аккуратно берем вот эти листики. Красиво филюшка наделите. Итак,
получается, нужно так. Забыл. Вот это изготовление сегодня нам нужно еще пергамент, потому что мы будем запекать. Так, здесь лишнее бывает. Возьмите пинцет. Если нету профессиональной, вы можно украсть ваш женой. Все равно там лишнее всегда есть. Поэтому у меня дома есть, наверное, около 20 штук. Постоянно покупается, потому что не туда положили. Верно? Вот там и речь. Вот, смотрите, берем. Готово. Берем еще. Вот оно, чувствуешь пальцы. Берем. Движение легче. Это понятно. Это мой работа, и для меня это все просто. Поверьте, попробуйте, и все будет шикарно. Так. Воду. Почему отдельно? Потому что я хочу вам дать понятно. Нам не нужно палочкая рыба, не нужно. Все вкус идет в раковину. Мы берем, опускаем. Не наоборот, потому что мясо, оно будет покрываться. Получается, мы так делаем. Заодно мы убираем лишнее. Кровь, которая, ну, к сожалению, это рыба, правильно? И жир, который от обрабатывает вот эту флюшку, это получается нам дает жир. Она все равно чуть-чуть жирноватая, да? Так, это я убираю, воду убираю. Еще раз, пергамент. Здесь. Какой следующий этап? Вот это обрезки, вы также можно бросать на бульон, а вы можно, если вы хотите, на следующий раз делать суп буабес. Что делаем? Мы накрутим наш сибас. Берем наш лоток, горячий. Поэтому. Да, расскажи про духовку предварительно. Какой градус? 180, я вам советую, потому что 180, потому что дает возможность золотистый получить, и заодно она будет печется хорошо, не будет сильно сухая потом и так далее. Горячий всегда духовка. Когда мы делаем такие вещи, я прошу, всегда должно горячее. Мы берем наш лоток, ставим наш пергамент, берем наша филюшка и крутим. Смотрите, есть разные изготовления. Ну, мы крутим так. И также она будет хранять нашу форму. Есть разные способы. Зубочистый, шпагат, лук-порей, все можно. Можно также, смотрите, если не какие-то лишние вещи, просто чуть-чуть отрезаем. И получается вот эта коша. Она вкус внутри берет себе на запекание. Немного соли. Всегда обе стороны. Вверх-вниз. Я перец люблю, я добавлю. Можно не добавить. Так. Крутим. Смотрите, как она крутится. Все, и ставим. И второй флюшку. Ведь друг друга можно делать так. Да, они могут держаться друг друга. Туда поливайте. Пошел процесс. Масло. Не жалейте. Масло оливковое, он всегда полезен. И запекаем. Почему я так делаю? Потому что все равно у нас вот это изготовление, это, ну, 7 минут, правильно? Как?
когда кухня новая, она всегда скрипит. Это тунинг. Так. Вернемся. У нас там сковородка, масло оливковое. На среднем огне поставим. Кипяченое правильно. Лавровый лист добавлю, потому что ну, нужно. Соль я добавлю. Это соус нам нужно. Вино. Берем морковка. Ну, у вас экономка дома есть. Я быстро беру. Так. Берем морковку. Картошка. Тоже. Так. Давид, повтори, пожалуйста, сколько запекать по времени сибаса? Ну, он получается... Общие сложности изготовления сейчас, первая запеканка, это ну, 6 минут, 8, от вот этой 80, 180 градусов. А потом, по сути, можно опускаю, наливаю соус. Мы сегодня делаем, как у себя в ресторане. Получается, запекаю рыбу, соус отдельно и готово. А дома будет хорошо, если у вас ну, наподобие, такие тарелки. Да, как мы тогда делали лазаньи или баклажан. Но вот это вы просто можно креветки туда, сибас накрутить, туда запекать вот эти 5 минут, соус отдельно чуть-чуть пожиже, сюда выкладываю и допекается еще 4 минуты, еще более сочнее будет наше. Так, это, я не знаю, как по-русски, ну, короче, шарики делаем. Мы берем. Вот так. Наше блюдо, еще раз, да, должно, неважно, это дома, это в ресторан, это любое блюдо, оно должно иметь красота в первую очередь, красота визуальная. Это все равно наша голова, она кушает глаза, а потом дальше можно, конечно, не должно... Вот эта ассоциация от красивого блюда и вкусно, ну, по умолчанию. Поэтому, конечно, я за вот эти, поверьте, на кухне можно много чего вариться. Вариться, твориться, тушить. Еще раз, почему я начал из морковки? Потому что субстанция сама, консистенция, она требуется больше времени. Бросаем. Берем еще, есть разные, да? Можно фантазировать, можно соломка делать, можно все. Ви можно делать все на ваше. Я сегодня покажу мое приготовление, которое ну, долго-долго лет люди заказывали на кафе, Боско кафе. До сих пор она почти измененная, кроме посуды, которая после вот этой колоссальной красивой перестройки Боско кафе, она получила такой, вы знаете, вот это зеленый, и синий, и розовый. Посуда, она получается, вот этот рисунок, наш главный человек, у него фантазия очень. Он нарисовал потолок, а потом как скопировано вот эту посуду. Поэтому, смотрите, вроде бы минуту, но все равно можно туда бросать. Да? У нас осталось цукини. Да, так же делаем. Так. Вот это все, еще раз, да, вот это все обрезки. Читается обрезки. Из картошки можно делать пюре. Из морковки, цукини, еще лук немного, обрезки из нашей сибас, дорада, били рыба должна быть. Но на деле буабес. Можно, посмотрите, он слегка томится, да? Ничего особого, это вот это наш простой рыбный бульон, который нам дает возможность на нашей сковородке сейчас делать хороший, вкусный дополнительный соус. Цукини самый последний момент добавим, потому что они ну, готовы читать. Так, чеснок.
на такие. На это время мы не жалеем. Это витамин. Тем более он стал дороже, чем курица. Ну ничего, это рассыр. Я привык. Пепперончино, помогаю. Правильно? Мы берем. Вот, излучите вот это. Так должно. Это не хватает еще петрушка. Соус пелатый, у нас получается шикарный пенерабьята, правильно? Соль чуть-чуть. Сельдерей, да? Также, всю соломка. Я овощи люблю, я везде добавлю, поэтому это готовится. Берем спаржа, да? Также чуть-чуть треконока. Вот, сейчас готово. Вот эти все обрезки, вот это, можно просто варить овощной бульон. Потом, когда он будет холодный, и туда красиво нарезайте все остальные овощи, которые у вас дома есть, или какие-то любите, и получается шикарный у нас минестроли. Так, это также. Все, готово. Это получается тоже соус. Проверим всегда. Отлично. Соус тоже делаем туда. Вот. Это наш соус. И получается, мне кажется, прошло время. Наша цукина. Наша спаржа бросаем и будем украшать нашу. Вроде бы можно посмотреть. Вот, смотрите. Либо действительно я... Отлично. Шикарно. Все. Как раз соус дойдет сейчас у нас. Можно принимаем. Сюда у нас получается. Ну куда без привет, правильно? Сегодня праздник, сегодня воскресенье. Бросаем немного креветки побольше. Вот. Тигровые креветки, правильно? Да, да. Тигровые креветки без чешуя мы почистили, как в прошлый раз мы на салат каталана. Один в один. Поэтому все. Это тушится. Пепперончино дает свой аромат. И овощи почти готовы. Бульон на вечер у вас есть рыбный. Заодно можно много чего делать. Так, сейчас получается. Наше брандино готово. Что мы делаем? Так, порядка чуть-чуть. Вы понимаете, да, почему у меня жена не любит, когда дома готовлю? Потому что творческий парень. Ну что делать? Не могу уметь все. Не могу делать порядка, готовить, кормить все и так далее. Каждый человек имеет свои минусы. Так, смотрите, все, сильно не нужно обжарить, да? Сколько примерно по времени жарить креветки? Минуты две, да, получается, мы жарим? Общие сложности, да. Можно, если вы сильно жарите, если сильно варите, они сухие, не резиновые. Ну все. Ну, действительно, все готово. Мы доставим наше брандино. Выключаем духовку, потому что горячий.
Я сегодня решил такой не порционка, но такая красивая перейка, которую сейчас будем. Я буду украшать, вы будете смотреть. И действительно, если у вас есть желание показать вашу подачу, я, может быть, не может быть, буду выбираю за общую концепцию, которую я вам покажу, как можно. Смотрите. Это бросаем. Это сразу, позволите, я уберу очень, очень жарко. Это убираю. Пусть жена моя. Подарка здесь. Так. Это получается наша сибаса, печенка. Вы видите, да? Все. Он пек хорошо. Золотистый, хрустящий. Ну, не знаю. Это получили. И здесь получается, что делаем? Сюда можно катить черри, да, самый последний момент тоже. Базилик немного, да, можно, да, ее все равно свежащий. Видите, максимум, на максимум я поставил, она заодно делает свой соус, потому что сельдерей теряет свою массу, получается, она начинается, открывается до конца вот эти наши соуса. Что у нас? Шарики готовы, да? Берем вот эти два спаржа, поставим рядом. Сейчас я покажу, как можно ходить. Сегодня хороший обед у нас. Поверите, вроде, да? Картошка, морковка, цукини, кабачки, не важно. Можно без спаржа. И получается очень яркий соус. Смотрите, очень яркий. Есть, есть секрет на кухне, который любой шеф, тем более северный, как я, использует на как деталики, можно осоединять или соус нужно затягивать. Мука можно использовать, мука, но она будет как пленка, делена наша креветки, на сибас. Она получается, он будет, не дает чувства, вот это наши простые ингредиенты. Да, я понимаю, это много. Есть креветки, овощи, сибас, спаржа, все много чего. Но поверьте, она простая блюдо. Вы видите, два движения, два сковородки, и у вас еще бульон остается на вечер. Поэтому я покажу, как, ну, вы сейчас не думаете, Виталия, сыр, сливочное масло на рыбу не используем. Почему? Можно? Можно. Смотрите, немного, да? Это просто. 1/3 ложка столовой. Ничего особо. Это получается вот это молочное от сливочного масла. Не маргарина, сливочное масло. Все равно полезно. Да? Это получается, осоединяется и делает чуть-чуть густота от нашего соуса. Ждем, пока он растопится. Если... если у вас вот это блюдо, вы желаете немного кислинка, чуть-чуть. Самый последний момент, не нужно много, пусть остается на бока. А второй все равно, много он будет сильно кислить наше блюдо. Поэтому кто-то поначалу чуть-чуть по вкусу на наше блюдо, а пусть остается побольше на наше бока, которое... Надо кушать. Надо кушать вино. Так. Это мы поставим так. Сильно густее вот этот соус я не ставлю. Почему? Ну, потому что все равно сам сибас, он более... Сама структура, она чуть-чуть
Суковато, да, если смотрим брат Дорадо. Брат Дорадо, она более сочная, более и так далее. Ну, сейчас мне кажется, называется, в конце концов, гуацетто вот это. Правильно у нас, когда мы добавили вот эту бульонку, делим глазировку на нашу бензину. Так, это получается, мы берем наши спаржи, так. Ну, красиво смотрится. Украшаю немного базилик. Можно там, можно маленькие-маленькие листочки, можно вокруг. Конечно, если у меня была посуда белая сегодня, была более эффектная. Ну, мне кажется, тоже ничего, она такая. Вот она. Может быть, еще немного. Ну как? Как без масла оливковое итальянское? Сюда. Поэтому я вам приглашаю в стол. Покажу, как красиво. Как красиво можно просто готовить. Вино я возьму себе. И стол. Я на вот этот прекрасный стол напоминаю, вот это блюдо у меня на меню есть. Можно заказывать на Bosco Online, Bosco Cafe. Вы знаете, кто я? Давида меня зовут. Напоминаю. Просто недавно у меня было день рождения, и голова начин немного. Я думаю, сегодня пятница вообще. Поэтому, ладно. Желаю вам приятного аппетита. Готовите, покажите, отправите меня на Bosco онлайн. Ну, вы знаете, больше вы разберете, чем я. Я пока до сих пор. Какие-то кэштеги. Отправите ваше блюдо, покажите. Для вас у меня приз. Я буду смотреть оформление ваше стол, ваше блюдо. И буду выбирать, и буду вам приз отправить домой. Ну, конечно, буду уточнить адрес, как я могу доставить просто так. Я желаю бон аппетита. Рыбный бульон готов. Обрезки копимся. Может быть, еще какие-то блюда делаем. Чин-чин.